о ваших ощущениях, да, и мы это просто сможем донести до аудитории. Да, хорошо. Ты. Ну, очень интересно вообще сама формат работы, это очень для меня большой как бы опыт, потому что фактически на тебя создают такой хореограф, такую постановку, тебя отбирают. Вы работаете как коллектив, то есть фактически все внимание привито к тебе, это не то, что ты учишь что-то готовое, он ставит это на тебя, на тело, то есть это очень как бы отличает работу, допустим, русских хореографов, когда есть готовый спектакль, ты приходишь и просто учишь эту хореографию, то тут создается на тебя, учатся твои возможности, твои какие-то плюсы и минусы, чтобы ты выглядел лучше, чтобы дуэт выглядел лучше, чтобы группа выглядела лучше, ну, как-то так, да. Да, мне кажется, то, что это на самом деле очень уникально. Мы привыкли работать так. Учитель, ученики. А здесь все настолько как-то подружески. И в принципе формат воркшопов всегда, когда в классы приезжаешь, то есть ты приходишь, ну, ты берешь какую-то информацию, схватил, не схватил, да, но тут совсем другой тут процесс. Тут прям настолько педагог пытается влиться в тебя, влиться вот в свою философию. Да, свою философию донести, и при этом он не хочет тебя учить, вот как бы долбить тебе, он хочет как-то, не знаю, как-то проникнуться, и при этом взять что-то от тебя, что-то вот от каждого. То есть как симбиоз получается. Да. Он с тебя проникает со своей техникой, со своей идеологией, ты отдаешь это своим телом. В принципе, доносит его мысли, потому что что мы танцовщики, мы инструмент, его мысли, его идеи, его потока. И то, как мы выражаем, это, в принципе, совместно, такая общая работа. Ну, мне кажется, магические вещи происходят. Да, на самом деле, очень интересно. Для меня будет, на самом деле, большая честь с вами прожить весь день, так что попробуем, посмотрим, увидим вместе. Спасибо. С разных сторон, правда, но...